Отлично. Забил, значит. Ты сам? Да. Мы же за красивую игру. Сейчас я меня помилю. Хоть один удар-то я должен сделать. А, ты так даже? Я из такой на две лузы заказан. Красота. Ну видишь, я хоть от первого удара сделал, правильно? Толик, ты глазастый. Чекануть давай. Где? Один глазастый, второй читает в дневнике. Пошел. Даян. Ой, вот. Вот здесь. Обратитесь к тем, кто уже забивал такие шары. Кто забивал? Нашли? Конечно. Вдвоем-то не найти. Мы хотели тебя позвать, но ты бьешь. Спасибо. Но там еще вторая попытка в один есть. Там три их. Три? Ну, один игрок может быть на две попытки. То есть, чтобы один игрок не все три возможности использовал. А только две. И ты бы смог. Хорошо, я в следующий раз тоже докажу. А с дураком, кстати, еще вакантно. Вакантно? Да. Да мне и до дурака пока надо. Не почетно нравится. С дураком я уже забивал, это интересно. Вот с двумя дураками. Это совсем ты. Ты давай. Ты срам. Пока 4, да? Я-то думал уже 5. Да их пока 4. Ну, Анатолий. Как с вами тяжело. Как с вами тяжело. Ладно, хоть один шар, но я должен закатить, чтобы не это. Так, стоять, без дураков. Подостой, потом тебя приведет. Дураком есть. Блин, Антон, взял сбил. Ну извини. Что-то сегодня день какой-то урожайный. Да, урожайный. Не напасешься. Причем в московскую. Да, еще и в московскую. Еще в московскую. Главное было не записаться. Правильно, правильно. Пиши. Пиши, писать, пиши.
вот этот удар, то, что делал, называется карамболь. О. А это называется подстава. Согласен. Теперь с этой подставы бы выйти красиво. Ты можешь трогать, в принципе. Зачем я сейчас буду подставочка выходить? И, пожалуйста, без дачи. Замечательно.
Давлю. Счет пишу. 8. Нет, Коля. Я тоже сопротивлялся такому. А? Я тоже такому сопротивлялся. Мне сказали, напишут, что забили. Все-таки же забили. Тебе. Я обижусь. Прошу прощения, что я вас обидел. 4, ты прав.